Пятая книжная ярмарка «Умная книга» пройдет в Иванове 20-21 декабря. По традиции книжный развал разместятся в фойе Ивановской государственной филармонии. Крупнейшее издательство России представит новинки художественной, научно-публицистической и детской литературы. Посетители ярмарки смогут приобрести печатную продукцию по оптовым ценам. Что бы ни говорилось сегодня о роли книги и о значимости ее, и о том, как интернет покоряет все больше и больше умы и сердца, особенно нашей молодежи, все-таки основное назначение книжной ярмарки – это популяризация книжного чтения, это привлечение и особенно наших молодых читателей к изучению, к знакомству с книгой и, конечно же, воспитание вот таких духовно-нравственных, добрых, светлых начал нашего подрастающего поколения. В день открытия книжной ярмарки в разных учреждениях города пройдут творческие встречи с писателями, поэтами, представителями крупнейших издательств. В Иваново приедут обладатель гранта премии «Русский букер» Маргарита Хемлин, режиссер-аниматор Гарри Бардин, детский писатель Светлана Степченко. На базе городской библиотеки имени Горелина состоится презентация книги азербайджанского Пушкина, родоначальника всей поэзии Закавказья, писателя Мирзы Фатали Ахундова. Вход на все творческие встречи будет свободным. И благодаря издательству библиотеки иностранной литературы наши библиотеки в дар смогут получить его новую книгу, которая издана впервые на азербайджанском и на русском языке. Это сделано уникально, и составитель этой книги Зайцев Илья Владимирович принимает участие в этой встрече. Во время ярмарки состоится передача книг для муниципальных библиотек нашего региона. 347 учреждений получат новую литературу. Также в дни проведения «Умной книги» можно будет принять участие в буккроссинге, обменяться уже прочитанными экземплярами. Юных посетителей выставки наверняка заинтересует детский книжный автобус «Бампер». Он будет работать у входа в филармонию. Там ребята смогут получить любую информацию о литературе и купить книги по низким ценам. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.